Тимур Дикий и Вальтер бойцы Хамзата Гастамирова. Чеченский клан выходит на тропу войны с Лотугули. Год только начался, а в криминальном мире чувствуется явное оживление. 2018 год окажется судьбоносным для многих его представителей. Грядут очередной передел сфер влияния и войны за место под солнцем. Решительность своих действий правоохранительным органам Украины и России уже дал почувствовать азербайджанец вор в законе Надир Салифов, известный в криминальном мире как Лотугули, проживающий ныне в Турции, передает Окса. АС. Он обозначил свое присутствие в России при помощи своего брата вора в законе Намика Салифова. Салифов-младший делегирован в Россию, чтобы подчинить рынки, которые все еще контролируются другими преступными кланами. Однако все не так просто, как кажется. На тропу войны с Гули вышли чеченские авторитеты. Они заявили, что не уступят свои позиции на рынках России. Более того, как сообщили информированные источники, приближенные к криминальным кругам, для этого чеченский клан Хамзата Гастамирова, шейх Хамзат, в настоящее время усиленно содействует освобождению из российской колонии Тимура Алимхаджиева, известного в криминальном мире как Вальтер. Непосредственное участие в его досрочном освобождении должен принять боец Гастамирова Тимур Дикий. Известно, что Алимхаджиев отбывает наказание за вымогательство. Ранее Вальтер успел засветиться в перестрелке, имевшей место летом 2013 года в Кольне, Германия, и ставшей следствием конфликта с албанской преступной группировкой, промышляющей торговлей кокаина. Чеченская группа, выступавшая против реализации наркотиков, путем вымогательства завладела крупной суммой денег албанцев, добытых преступным путем. Эти деньги были переданы мигрантам, находившимся в бедственном положении. Тем не менее, по данному факту было возбуждено уголовное дело, и Алимхаджиев был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако вскоре он был снят с розыска. Теперь Вальтер будет представлять интересы чеченского клана в северной столице и выполнять роль смотрящего. По некоторым данным, питерские бизнесмены азербайджанского происхождения, занятые в сфере торговли, не желают подчиниться Лотугули и платить ему дань. Чеченская ОПГ, которая на данный момент насчитывает 200 человек, сюда вхожие кумыки, сделает все возможное, чтобы помешать планам Салифова прибрать к рукам Санкт-Петербург. Кстати, свое прозвище Вальтер получил потому, что имеет слабость к немецкому оружию, в частности к пистолетам системы Вальтер. Когда он бежал из Германии, в его квартире полиция обнаружила большую коллекцию пистолетов системы Вальтер.